Или на квартире? Все. Не жмут наручники? А? Наручники не жмут? На правой руке. Все хорошо. Ну, я не жму. Я что ли? Все объяснят вам. Сейчас я объясню. Перевернись. Нас не перевернись. В Москве постоянно живете? Ну, в смысле, родились? Да, родился в Москве. Ну, по работе уезжаю в другие города. Так, а где работаете? До Нового года работал в Вязьме. А чем занимаетесь? Был директором предприятия. Ну, предприятие. Производство тротуарной плитки. Ранее были проблемы с законом? Судимы? Нет. То есть не привлекались никогда? Нет. А в настоящий момент понимаете, за что задержано? Ну, объяснили. За что. Ну, поподробнее. Что объяснили? Объяснили, что за совершение не этих действий сексуального характера с несовершеннолетними. Ну и что по этому поводу думаете? Не совершал. Так, наркотики употребляли? Нет. Официальным представителем МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержан 50-летний житель столицы. Начиная с 1987 года, злоумышленник совершил серию насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних на территории города Москвы, Смоленска и ряда других областей. Была создана оперативно-следственная группа, куда вошли сотрудники Следственного комитета России, ГУР МВД России, эксперты и криминалисты. При силовой поддержке СОБР «Рысь» МВД России подозреваемый задержан и этапирован в Смоленскую область для проведения дальнейших оперативно-следственных действий. Ведется расследование.